Беседка для беседы. Так называется совместный проект Миасского центра социального обслуживания населения и одного из крупнейших банков страны. Подопечные центра давно хотели обустроить территорию вокруг здания. Наконец, начало положено. Лавочки и стол установлены. Дальнейшее благоустройство зависит от спонсоров. Для пожилых людей и инвалидов, отдыхающих в отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения, сотрудники крупного банка установили скамейки и стол. Несмотря на холодную погоду, все подопечные вышли на улицу опробовать новое место для отдыха. Мы когда летом здесь отдыхали однажды, и у нас был так называемый пикник на природе. И нам пришлось вытаскивать столы и стулья. И мы мечтали об этом, чтобы у нас была здесь беседка. И чтобы нам не тратить, как говорится, силы, чтобы быстренько здесь расположиться, попить чаю и повеселиться, и попеть. Теперь такое место для отдыха у пожилых людей есть. Но установка стола и скамеек – это не все, что входит в план благоустройства. Комплексный центр социального обслуживания населения инициировал акцию «Пусть будет город-сад». Сотрудники хотят превратить в цветущий сад не только центр, но и весь город. В рамках этой акции мы уже с нами связались некоторые фирмы. Они уже обработали участок под весеннюю засадку цветов. Школьники выбрали себе территорию под альпийскую горку, делают дизайн-проект этой альпийской горки весной. Я думаю, она у нас уже появится. Сотрудники центра уверены, когда видят что-то красивое, становится теплее и радостнее. Хочется улыбаться, ведь всем приятно смотреть на ухоженные газоны. Акция «Пусть будет город-сад» уже нашла отклик у неравнодушных людей. Это не ограниченное временными рамками мероприятие. Каждый может принять в нем участие лично или стать спонсором. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. Пусть будет город-сад!